День тренера. Сегодня этот день мы с радостью встречаем, и радость в нашем сердце бьет волной. День тренера сегодня все мы отмечаем, так с праздником, Алмазгалиевич родной. Для нас день тренера, конечно, праздник, ему желаем мы всего-всего. Он каждый день на тренировке разный, и дети без ума все от него. Хотя и строгий он, но справедливый, при нем не забалуешь никогда. И если будешь ты в футбол играть лениво, команду ты покинешь навсегда. Порой кричит на нас, но все по делу, пришел играть в футбол, то попотей. И если по мячу не будешь бить ты смело, то бутсы на плечо и go away. Он научил нас строгой дисциплине и мастерство свое нам передал. В своей профессии он просто Паганини, ну а для нас наш тренер идеал. Мы любим его больше всех на свете. Он для детей родным стал навсегда. Для нас на поле он отец, а мы его все дети. Но отца не предадим мы никогда. Ведь с нашим тренером нас ждет всегда удача. С ним не страшны ни горе, ни беда. Не просто тренер он для нас он мачо. Ему мы преданы всегда.